Сейчас давайте, ребята, просто чтобы вы понимали, для чего мы вообще собираемся и как бы, ну, и запускаем TikTok. Естественно, нам нужны люди в нашу команду, и мы как бы, ну, у нас вообще такой как бы девиз, не приглашая людей, не мороча там голову людям там в личках, там не спамя, ничего, как бы мы в идеале сделаем так, что люди сами к нам будут обращаться. И вот буквально, когда я там позавчера снял этот первый ролик, вообще как бы, ну, я тоже, в принципе, новичок, я не какой-то эксперт по ТикТоку, я там больше разбираюсь в Ютубе, ну, мне интересно выходить из зоны комфорта, искать новые возможности, и поэтому сейчас ТикТок в тренде, я поэтому пробую ТикТок. Смотрите, как бы, там сразу же в тот же день, сейчас, так, вам видно Телеграм? Да-да-да. Вот, человек написал в тот же день. Здорово, братан, по поводу этой темы. Вот этот ролик. Это уже с ТикТока один человек заинтересовался, и один в тот же день уже зарегистрировался, даже особо не разбираясь. Это просто результат, чтобы вы понимали, что как бы нам люди уже пишут. И это только начало. Теперь как переключаю обратно на. Так, iPad. Просто тема рабочая, ну, чтобы вы понимали, вы не думали, что это какое-то там, как бы, ну, развлечение, как мы считаем, для детей. И, кстати, там очень такая лояльная аудитория, интересная, молодые люди, там, ну, после 20, там, до 30, до 40 лет, те, которые уже разбираются, ну, опять же, в соцсетях, в блокчейне, в криптовалютах, и они очень интересуются темой заработка. Они такие легкие на подъем, это, ну, я считаю, даже лучше... аудитория качественнее, чем на Ютубе, в том плане, что они более продвинутые. Итак, давайте смотреть теперь уже, как снимать эти ролики, открывая ТикТок свой. Вот он ролик этот, который уже на данный момент, кстати, набрал больше всех моих роликов. Я тут разные варианты делал, как бы, и этот уже набрал 1500 просмотров. На самом деле, вот смотрите, буду рассказывать, как делать этот ролик. Очень просто его на самом деле снять. И расскажу сразу о двух типах контента. Первый тип контента и, ну, вообще, как здесь снимать. Так, рассказываю. Все видят внизу крестик, вот внизу посередине крестик в черном квадратике. Да. Да-да-да. Смотрите, это встроенный редактор вместе с камерой. По сути, как бы само, ну, сама соцсеть — это такое как бы приложение для телефона, для камеры, когда ты просто себя снимаешь, там какие-то сюжеты интересные, сразу же обрабатываешь какой-то текст, накладываешь, музычка. Ну, все видят, что в основном заходят такие с трендовой музычкой и такое что-нибудь ритмичное, ну, как бы молодежь, которая любит там тренды эти музыкальные, дальше тоже расскажу. Заходят такие ролики. И первый вариант — это просто берете, например, камеру. Сейчас я даже скажу. Первый вариант — это снимать на камеру. Второй вариант — это снимать, например, там, внутренним редактором, внутренней программой для записи экрана, и потом обрабатывать и выкладывать. Сейчас покажу первый вариант. Я открыл на компьютере. Ну, например, сразу будем по нашей теме. Мы продвигаем наш марафон, наш Tron Challenge, и, например, вы открываете свой там, ну, как бы рассказываете про марафон и открываете свой аккаунт Super Sage. Например, сейчас я включаю камеру, на крестик этот нажимаю, и, надеюсь, вы видите, да, вот, видите, да, экран снимает... Ну, не снимает, это сейчас пока на компьютере открыто. Смотрите, для того, чтобы снять, вы красную вот эту кнопочку записи, во-первых, смотрите, тут всего два вида роликов. Максимальная длина 15 секунд, это сейчас на 15 секунд стоит, и 60 секунд. То есть очень легко делать контент, короткие ролики, вам не надо заморачиваться. Красная кнопка, смотрите, внизу в самом. Очень важно, чтобы вы поняли, пока вы ее держите, идет съемка. Вот смотрите, например, сразу, например, берете там на свой аккаунт или там чат снимаете, где там чеки, и, ну, например, говорите такой текст. Добрый день, друзья, я участвую в марафоне Tron Challenge. На данный момент мы с командой зарабатываем на
там, валюте Tron, в проекте Super Sage. На данный момент я заработал там миллион долларов. Отпускаете, вот вы записали видео. Теперь смотрите, нажимаете вот, чтобы дальше, ну, продолжить редактирование, нажимаете справа внизу красный кружочек с такой галочкой, нажимаем. Вот идет запись, вы можете здесь редактировать. Так, дальше показываю, смотрите, для того, чтобы, например, снять. Так, звук, интересно, тут отключается. Так, нажимаем громкость, оригинальный звук. Все, я убрал, ну, чтобы нам не мешало. Вы видите, можно так убирать там звук добавленный, оригинальный. Дальше продолжаем. Если рассказывать о ролике, который я снимал, ну, который и без голоса, а просто с музычкой этой трендовой, то, смотрите, внизу слева идет такая кнопочка «Музыка». Нажимаете ее. Вас выбрасывает на главную страницу, где есть выбор музыки. И вот, смотрите, здесь уже нам не надо ничего искать. Вот, вот эти вот верхние ролики – это трендовые ролики, которые сейчас очень популярны, и которые TikTok будет, естественно, продвигать. Потому что, ну, не будем скрывать, что TikTok, естественно, получает от этих исполнителей деньги за продвижение, за то, что используются эти ролики. Естественно, он их будет продвигать, эти ролики, ну, наши ролики с этой музычкой. Например, выбираете, вот это Fendi, который я брал. Так, куда она делась, Fendi? Вот. Смотрите, чтобы добавить в ролик, вот красная галочка, нажал я ее, вот она уже здесь. Так, для того, я убрал звук, для того, чтобы он нам не мешал, и рассказываю, вам, естественно, не нужно это делать, это просто, чтобы не мешало мне дальше рассказывать. Смотрите, дальше, вам нужно в ролике, естественно, сделать призыв к действию и, как бы, ну, интересный текст наложить, чтобы люди начали смотреть. Вот, нажимаете внизу текст и пишите, там, привет, там, я заработал 1106 долларов там, за 4 дня. Так, есть. И, ну, тут, естественно, вы можете выбирать там цвет текста, там редактирование. Это вы уже, думаю, сами разберетесь. Можете здесь добавить стикеры, потому что это интересно. Например, стикеры нажали, выбрали, например, стрелка. Для того, чтобы акцентировать внимание, ну, люди все любят, как бы, вот, берем, например, эту стрелку. Так, вот она, перемещаем ее. Можно увеличить, можно развернуть ее. Ну, нам надо, чтобы к тексту привлечь внимание. Плюс, опять же, текст лучше делать там сзади какой-нибудь фон белый. Ну, я думаю, тут такие нюансы вы уже сами разберетесь, как бы. Это мы сейчас не будем акцентировать. Это такая уже будет, может, как бы, если кому-то не получится, ну, сделаем дополнительный зум или там какое-нибудь видео сниму. Дальше, смотрите, что делаем дальше. Дальше берем и нажимаем «Далее». Вот здесь важно, смотрите, друзья, вот текстовое такое поле, которое, как бы, вы можете написать, например, призыв к действию. Я советую делать это и в ролике, ну, как с вами связаться, в конце концов, как бы, человек заинтересовался, он хочет зарабатывать, ему нужно связаться с вами. Поэтому в ролике, в текстом напишите, например, там, вы можете создать себе, как я сделал в этом ролике, там, ну, телеграм-канал, и название телеграм-канала можете написать, как бы, в ролике, там, пиши сюда, там, пиши в личку, какой-то призыв к действию, чтобы человек посмотрел, он сразу знал, как бы, его заинтересовало, тех, кого заинтересовало, он знал, что делать, не просто он посмотрел и пошел дальше, ему обязательно надо призыв к действию, напиши в личку, напиши в телеграм-канал, напиши мне в телеграм, там, и свой, как бы, ну, ник в телеграме, как бы, потому что, ну, должно быть законченное действие. Если вы не будете это делать, как бы, человек это не, ну, ничего не будет
естественно, просто будет смотреть, он не будет переходить в ваш телеграм-канал. Ну, я, например, делал, там, напиши, заходи в телеграм-канал, и там в телеграм-канале есть там чеки, там как бы описание, ссылка на наш общий чат. Вот человек перешел с этого ролика, зашел в канал телеграм и попал в чат, и там уже как бы, ну, там уже админы как бы помогли им. Естественно, вы можете делать на свой чат конкретно, каждый, я думаю, легко сделает себе чат. У каждого уже, ну, уже, наверное, скоро будут у каждого из лидеров и его команды свои чаты, и вы будете направлять там туда людей, как бы все вместе будем направлять. Здесь тоже можно сделать призыв к действию. Напиши, например, или заходи, ну, напиши в личку, или там заходи в телеграм. И здесь берете и ставите, ну, так, название своего телеграм-канала. У меня, например, я сделал отдельный Трон Рокет, он называется. Дальше смотрите, для продвижения очень важно, ну как важно, не важно, кто-то говорит важно, кто-то не важно, но я считаю, что это нужно делать. Вам нужно написать хэштеги. Здесь нажимаете хэштеги и пишите, например, вот, заработок в интернете. Вот они как бы 77,9 миллионов просмотров, справа написано. Вот сколько людей интересуются в ТикТоке заработком в интернете. Пишите. Дальше еще там добавить. Ну, я советую писать 2-3, не больше, хэштега, чтобы не считалось это за спам, там, ну, там, деньги, например, в интернете напишем. Берете, пишите хэштеги, ну, 8,5 миллионов людей интересуются. И давайте третий какой-нибудь хэштег, как заработать. 24,1 миллион людей, как бы, интересуются, как заработать. Дальше смотрите. Вот, по сути, вся оптимизация. Как, если даже сравнивать с тем же Ютубом, сколько там нужно было там морочить голову, там, да, какие-то тексты писать. Здесь проще. И поэтому даже начиная развиваться в ТикТоке, как бы вы проходите такую простую, легкий вход, то, о чем я всегда говорю, вы дальше с Ютубом, у вас будет все хорошо. Дальше смотрите, здесь вот эти, ну, ниже галочки, которые разрешить комментарии, должны быть все включены. Но они, по-моему, и так по умолчанию все включено. И можете добавить, вот внизу уже идет, сразу поделиться там Инстаграм, ну, вы просто привяжете туда свои аккаунты и можете сразу после публикации, они туда Facebook и там другие. Я сейчас смотрю, вам для того, чтобы опубликовать, нужно нажать «Опубликовать». Если вы хотите отредактировать еще там, какой-то текст добавить, обложку, вот здесь написано, например, вот обложка. Здесь вы можете редактировать обложку, там, текст написать, там, или еще что-нибудь такое, как бы, без разницы. Или оставить то, что, ну, если вам нравится эта обложка, которая есть на данный момент. То есть на YouTube нужно было отдельно картинку делать, здесь все происходит в редакторе. И, ну, я сейчас нажимаю черновики, добавляю черновики, и здесь как бы в любой момент я могу вернуться в черновик, выбрать, какие эти видео взять, и потом просто взять, нажать его и опубликовать. Дальше смотрите, что еще здесь как бы интересно. Здесь в своем профиле можно добавить ссылку. Ну, во-первых, можете написать, опять же, призыв к действию, там, хочешь заработать, хочешь участвовать, там, зарабатывать с нами на марафоне, и напишите, вот ссылка. Вот на телеграм-канал мой. Ну, в телеграм-канал очень хорошо заходят люди из ТикТока, потому что они продвинутые, и у всех практически есть там телеграм-канал, и хорошие есть кейсы именно потому, как привлекать людей из ТикТока. Будем дальше разбираться. Здесь еще, смотрите, в профиле вы можете добавить, вот смотрите, посередине, где изменить профиль, можно добавить ссылку на свой YouTube-канал. Это тоже хорошо, люди будут туда переходить, они будут интересоваться, переходить туда. То есть нажимаете кнопку, вот вы попадаете на свой YouTube-канал. Тоже как бы такой взаимопиар еще и своего YouTube-канала. Так, друзья, теперь смотрите, рассказываю. Поэтому вопросы есть какие-то по этому блоку? Олег, у меня вопрос, как удалить ролик?
Ролик. Не советую это. Я вот сейчас читаю вот эти все мануалы, как бы общаюсь с людьми, не советую это удалять, потому что почему-то не нравится это ТикТоку. Ну, в принципе, они как бы уходят в небытие, да, и все, их просто, ну, не смотрят, да, и как бы... У меня уже есть о другом проекте, потом о другом проекте, сейчас будет об этом, поэтому я удаляла. Да, в принципе, я не знаю, может, здесь как бы есть, я даже не задавался себе таким вопросом. Да, Олег, я их два одинаково сделала. Ну, ничего страшного, это не YouTube, там, как бы, они тут не пессимизируют, не знаю, как бы, как, ну, они тут более-менее лояльно относятся. Единственное, они не любят, когда скачивают чужие ролики и заливают, особенно там с вот этими, как бы, хэштегами, там, ну, там видно, что это с другого канала, там, название аккаунта, это они не любят. И не любят, когда, ну, как говорят, пессимизируют, не дают больше просмотров, если вы берете во внутренний редактор, закачиваете с телефона, не снимаете на камеру, а закачиваете с телефона, вроде как меньше просмотров дают. Но это все надо пробовать, и мы будем в марафоне разные варианты, стратегии использовать. Я вот, например, этот ролик, который 1500 уже набрал просмотров, я его делал в редакторе. Здесь вот вторая стратегия, о которой я буду рассказывать сейчас. Смотрите, можно, есть редакторы, например, на тот же iPhone, вот, VideoLib называется. iPhone, iPad, это как бы на Android его нет, сразу скажу, под его названием какая-то там, ну, какой-то там не очень хороший проект, который просто там рекламу откручивает, он на китайском, и его лучше не устанавливать. Там найдите просто любой видеоредактор с возможностью добавлять потом как бы на, ну, в TikTok добавлять. То есть, если вы снимете в редакторе, и здесь есть вот экспорт, есть, сейчас, ну, тут пока нечего экспортировать, сейчас дальше покажу, и ну, отправляете в TikTok, тогда это заходит как все нормально, TikTok это любит, дает просмотры и закидывает их как бы в этот, в рекомендованное. Теперь смотрите, что, как делать видео, например, в редакторе. Все редакторы практически на телефон, на там планшеты одинаковые, мобильные эти. Берете, например, перед этим снимаете видео. Ну, снять видео, я думаю, вы знаете как. Например, опять же, открываете просто страницу свою или там что-то. Можете любую картинку. Здесь, например, нажимаете. Ну, здесь все знают, вот, нажимаешь как бы на айфоне там или на iPad, и идет запись. На Android еще проще. Там тоже программа для записи. Нажимаешь, экран записывается, потом сохраняется в фотопленку. Дальше, смотрите, переходите в видеоредактор, открываете, еще раз покажу, вот на плюсик нажимаете и выбираете какой-нибудь, так, теперь, ну, любое видео, где тут оно теперь, недавнее, так, видео, так, вот, например, вот оно, это видео. Добавили его сюда. Вот, смотрите, вот оно. Ну, лучше делать, естественно, динамичное. Там берете, там подвигали, чтобы не картинка. Или можете просто картинку добавить. И дальше, смотрите. Здесь вы накладываете текст, нажимаете текст и пишете. Там опять же, да? Хочешь... ну, или там хочешь заработать, или там я заработал, там, например, столько-то там долларов. Подробная инструкция. Там, смотри в описании под видео, например. Так, есть это. Берете сюда, вставляете, вот. Ну, опять же, ролик этот по длине можно обрезать, просто перетягиваете, вот так, например. 10 секунд достаточно ролик, который я, например, делал, там 10 секунд. Все вручную здесь перетягиваете, все удобно. Делаете, можете менять, опять же, на тексте фон для того, чтобы лучше было видно. Цвет, например, белый ставим. Можно... непрозрачность, опять же, сделать максимально, тогда уже текст не будет видно, но тогда
поменяем еще и цвет текста. Ну, чтобы все читаемое было и все красиво смотрелось. Так, шрифт, текст. Так, сейчас правка. И пишем, ладно, сейчас, ну, любой текст пишем. Так, и цвет выбираем, например, красный. Ну, тут текст надо с призывом к действию. Там, хочешь там заработать так же, как я, там, пиши в личку, или там лучше их перенаправлять в телеграм-канал, а дальше, чтобы вы уже там могли. То есть, по сути, вы таким образом проскачиваете свой ТикТок и получаете трафик с ТикТока в свой телеграм-канал, а дальше куда хотите его направлять. Если кого-то там есть, там, Инстаграм, Ютуб, вы можете делать призыв к действию, то, чтобы там люди как бы заходили, естественно, на ваши другие соцсети. Ну, напишем там, хочешь зарабатывать, пиши в личку или переходи по ссылке. Я сейчас уже не буду как бы тут, ну, там, ошибки исправлять. Я думаю, как бы все это понятно, что с текстом вы должны как бы разобраться и сделать, чтобы все читаемо и красиво было. Смотрите, одна, ну, и в принципе... Можете музыку вы можете наложить или здесь в редакторе, или в уже ТикТоке в самом. Смотрите, что еще нажимаете дальше. Вот видите, экспортировать и отправляете в ТикТок. Вот. Для, смотрите, какие еще бывают проблемы, ошибки. Ну, здесь высота там, и ширина не подходит им для ТикТока. Потому что я там снимал на каком-то, я не помню, на одном из телефонов, что нужно сделать. Нужно изменить размер. Нажимаете холст, формат. И, насколько я помню, 9 на 16 надо. Вот. Теперь, по идее, должно быть все нормально. Нажимаем экспорт. Сразу разобрали, какая бывает ошибка. Так, вот. Попало в ТикТок это видео. Здесь вы можете опять же обрезать. Ну, уже, я думаю, вы в редакторе уже все подкорректировали. Нажимаете дальше. И здесь добавляем музыку. Опять же, можете выбрать вот из топовых. Вот самые верхние это рекомендованные. Какая вам музычка нравится, берете и добавляете ее. Фенди мы уже добавляли. Так. Бежать мы не будем. Лолипоп слушаем. О. А вот это да. Порш Панамера. Слушай, неплохо. Музычка сразу, да, дает? Так, как раз подходит. Ну, я убрал звук. Естественно, как бы вам не надо это делать, а просто, чтобы мой голос слышно было. Так. И... жмем далее. Дальше делаем то же самое. Оптимизация, хэштеги прописываем и вначале призыв к действию, чтобы люди знали, куда как бы, куда им переходить. И дальше опубликовать. Ну, я в черновики. Так, назад видеоредактор. Все, друзья, задаем вопросы. Я вроде бы все основное рассказал. Два варианта, как снимать видео, как делать, рассказал. Какие вопросы? Давайте, задавайте. Так, ни у кого. Запись будет, да, понятно, да, будем пересматривать. Запись идет, да. Конечно, будем запись идет, да, друзья, естественно, ага, запись. Просто спасибо. Так, ну я понимаю, что информации много навалил, но я сам как бы тоже разбираюсь в ней и решил сразу поделиться всем, что знаю. У меня тут еще куча как бы идей, но я думаю, сразу вам не надо это все загружать. Так, как вам вообще тема, как бы, ну, более-менее понятная, я объяснил, мне интересно, дайте обратную связь. Да, Олег, очень понятно. Это значит, надо сами попробовать. Конечно. Просто, если что-то не получится, тогда уже возникнут вопросы. Я так думаю, это мое мнение. Да, на самом деле все очень просто и очень легко, и как бы очень простой вход реально в эту тему. И
пока, ну, здесь как раз такое время, когда соцсеть, по сути, она еще раскручивается, и она дает возможность получать трафик органический. Здесь можно там, я буду скидывать примеры, там и по 10 миллионов просмотров ролик набрал. Теперь смотрите, друзья, что очень важно тоже делать. Как бы, ну, TikTok очень любит в топ закидывать ролики, которые, под которыми социальная активность. Естественно, как бы поддерживайте друг друга, там наши ролики будем выкладывать, ребята как бы будут делать, там я буду делать, вы будете делать, выкидываем наши чаты и обязательно поддерживайте, ставьте лайк, пишите комментарии. И очень любят TikTok, когда вы его или скачиваете, или нажимаете кнопку «поделиться». Он считает, что ну, такой ролик, такие ролики очень залетают в топ. Поэтому давайте друг друга поддерживать. Чем больше такой активности будет под роликами, тем быстрее мы вместе будем получать этот трафик и быстрее будет расти наша команда. По-моему, еще комментарии такие, как бы можно умные даже не ставить, что угодно писать, да, главное, чтобы они были. Конечно, потому что да. Я вот смотрю у людей, у кого много просмотров, такую хрень пишут там. И этот, ну, как бы, комментарии есть, уже как бы хорошо. Может, ну, там да, текст да. Не написывает. Не, ну, естественно, лучше как бы здравые мысли писать, как бы мы что, ну, не совсем там. Там же есть дети, большинство, как бы, ну, большая часть, они вообще там могут просто там буквы не попадать или там как бы, еще слов не знать и букв. Поэтому такое бывает. Или как бы... Поэтому, ну, вы просто думайте о том, как бы, кто будет читать и как ну, люди же открывают, естественно, им заинтересованы, открывают комменты. Если там будет совсем какой-то, какая-то ересь, то люди как бы тоже, ну, все же воздействует на человека. Поэтому нужно это продумывать. Так, ребята, надеюсь, всем понятно было. Если какие-то вопросы, задавайте, пожелания, если есть какие-то. Ну, надо пробовать, ребята. Тема очень интересная, и плюс это такой легкий вход на YouTube. Как бы в дальнейшем мы сейчас будем подключать еще YouTube и будем развиваться, ну, параллельно и в той соцсети. Олег, плюс... я хочу так. Добавить. Мало-мало команд, которые вообще, в принципе, что-то либо делают такое, да, подобие. То есть там, допустим, один лидер, который выкладывает видеоролики, один сам самостоятельно, да, но никого не учит вообще, в принципе, это делать. А у нас как бы, ну, тут и обучалка, и все-все-все вместе. И я думаю, если все научатся это делать, у нас очень круто все получится. Вот, принципе, да, все. Согласен. Потому что, ну, ребята, у нас как бы сама идеология клуба, вы знаете, как бы научился сам, поделись с друзьями, и вся команда как бы, ну, все делятся самым лучшим. Если я чего-то умею, я как бы, ну, не сам не сижу и не привязываю вас там, как бы не использую как каких-то рабов, которые продвигают мой там YouTube-канал или мой TikTok. Я делюсь и как бы хочу, чтобы все делали это, как бы, и все развивались. У нас же, в принципе, как ну, криптолидерс-клуб, и у нас как бы... У нас цель сделать вас лидерами мнений, чтобы вы были полностью как бы сами, самостоятельно все могли делать и сами развивались, а не делать из вас каких-то там болванов, которых там зомбируют, рассказывают, там что-то там обещают их, используют как рифоводы эти. Ну, не будем пальцами показывать, кто это. Все, я думаю, и так уже попробовали, походили по разным командам. У нас именно все как бы, вместе мы сила, и вместе как бы вы видите результаты у нас какие сейчас даже вот на старте. Когда мы объединились наконец-то от всякой ереси и чертей, избавились всяких и работаем сейчас как один кулак. Вы видите, как все у нас получается. И это только несколько дней. Когда все включимся, тут будут результаты, вы понимаете, какие у всех. Ну, естественно, кто как делает, да. Ребят, да, возьмите, создайте у себя тоже какие-то телеграм-чаты. Мы постараемся туда залить вам ну, какой-то трафик, да, чтобы вы тоже развивались в дальнейшем и уже и общались там с людьми, и их также обучали. Включайтесь, по возможности, как можно скорее включайтесь и начинаем работать. Да. Это научись, научи. Научись, научи и научи научить. Научи учить, да. Да, все, так. Да, научи учить. Конечно. Тем более сейчас с новыми технологиями и именно с соцсетями у нас такие инструменты в руках. Люди, он революции, там, перевороты делают в странах при помощи Твиттера. Как бы, представьте, если это во благое дело как бы направить, и мы заработаем все как бы.